Телеканал «Хабар» на этой неделе представил сериал собственного производства «Карасу». 15-серийная лента повествует о взаимоотношениях отцов и детей и поднимает проблемы института семьи в современном обществе. В сериале также много историй о любви, экшна, тайн, прошлого и их неожиданных разоблачений. Тему продолжит моя коллега Карлыгаш Минаякова. Образы героев сериала «Карасу» собирательные, но все они максимально точны и правдивы. Их история может происходить здесь и сейчас. Это история о семейных ценностях и о проблемах в жизни казахстанцев. Это рассказ о больших искушениях и о том, как на людей влияют большие деньги или их полное отсутствие. Очень много параллелей тем, что происходит сегодня в нашем обществе. Раньше было понятие, что семья – это ячейка общества. Ну, в последнее время почему-то об этом мало говорят, но именно семья – это и есть тот базовый элемент в обществе. Человек, если, ну, как он воспитан у себя в семье, он также себя и ведет в обществе, на улице. В центре телесериала честный труженик Бектимир и его единственный сын Айдар, который уже давно не живет с отцом. У него своя жизнь, и на просьбу Бектимира навестить его Айдар отказывается. Он помнит детскую обиду, когда он бросил их с матерью. Однажды с отцом случается несчастье. Кто-то совершил на него покушение на охоте. Айдар приезжает в больницу, где Бектимир произносит ему последнее напутствие. В этом сериале я играю роль отъявленного бандита Дэугара, верного пса Камспека, который решил рейдерством захватить земли Бектимира. Но получив отказ от честного фермера, он решается устранить его физически. Это одна из многих историй, которые происходили в нашем обществе в течение 30 лет. Съемочный процесс занял 2 месяца. Авторы фильма снимали в Алматы, Жамбылской и Алматинской областях. Сможет ли герой сериала Айдар сохранить право на отцовскую ферму, которую пытаются отобрать рейдеры, вы узнаете, посмотрев телесериал на канале «Хабар» уже сегодня. Карлыгаш Минаякова, Султан Бисекенов, Эдуард Кон, «Хабар», Алматы.